Вот яркий пример закрытия человека. Закрыт. Видите, как замок. Закрыт. Отливка, когда отливалась, она сразу прилипла. Нету у человека движения теперь. Апатичность. Человек попадает все время в какие-то неприятности. То есть ничего положительного не происходит. Человек закрыт. Плюс еще к тому же с глаз. Сейчас человек в таком состоянии, да, когда ничего не получается у человека. Аварии. Человек, ну, без жизни, как жизнь ушла. Человека закрыли.